Как завтракать, чтобы не переедать вечером? Чтобы чувство сытости после завтрака вас долго не покидало, надо определить, какой тип завтрака подходит именно вам. Белковый или углеводный? Как это понять, если на завтрак вы наедаетесь, к примеру, кашей, и чувство легкого голода к вам приходит не ранее, чем через 3 часа, то у вас углеводный тип. Ваш завтрак должен включать всевозможные каши, мюсли, гранулу, фрукты, сухофрукты и так называемые завтраки в баночках. Если же через час-два опять же, уже хочется чем-то перекусить, ваш тип белковый. На завтрак ешьте яйца, омлет, творог, йогурт, сыр или даже полезные сэндвичи с курицей. Под полезным я подразумеваю с цельнозерновым хлебом, овощным салатом. Ваш завтрак хорошо насытит и есть захочется еще не скоро. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!